Сбербанк будет и дальше работать в Невельском районе. Просто в скором времени центральный городской офис отделения переедет в новое помещение. И это будет не здание универмага. Об этом рассказал предпринимателям и участникам информационно-консультативного совещания мэр Невельского городского округа Алексей Шабельник, который рассказал о результатах своей встречи с представителями головного офиса Сбербанка по Сахалинской области. Банк будет, никаких инсинуаций на эту тему не должно быть. Единственное, что их сейчас не устраивает, то помещение, в котором они находятся сейчас, по Советской 80, оно не устраивает никого, ни их, ни нас, ни жителей, да? Поэтому и пошел процесс, ничего страшного в этом нет, сейчас они находятся в поисках помещения более большого, им нужно 200 квадратных метров. А то есть оно будет у нас? Хоть конечно. Мало того, я вам скажу, ну так, знаете, чтобы... Не, как говорится, не слазит, да, но скажу, что сейчас ведутся переговоры. В общем, понимание есть, что необходимо еще и банкоматы иметь и в северной, и южной части города. В общем, заинтересованность есть с обеих сторон. Единственное, мы сейчас ищем место, где их установить.